Директора школы, собиравшую дань с учителей, уволят. Об этом рассказали городские чиновники. Речь о 22-й музыкальной школе. Она находится в поселке Жасмины. Руководители учреждения обвинили в поборах. Преподаватели и родители пожаловались, что начальство заставляет их оплачивать благотворительные взносы по 400 рублей ежемесячно. Если какой-то ребенок деньги не принес, их требовали от учителя, чтобы он закрыл долги за учеников. Директора пообещали уволить, однако прокуроры все равно проверят видеоролики с подношением дани. В ходе проведения проверки директором школы, музыкальной школы 22-й Томниковой, было подано заявление об освобождении ее занимаемой должности. Данное заявление принято, будет удовлетворено, и данный сотрудник будет уволен, работник будет уволен с соблюдением требований трудового законодательства.